всем привет! Сегодня у нас будет небольшая такая коротенькая распаковка. Это депилятор, поскольку он покупался не мне, поэтому мы его просто распакуем и посмотрим, что же пришло. Покупал я его на AliExpress, ссылка будет в описании. Вот так вот выглядит это все в таком вот пакете. Давайте посмотрим, что же у нас здесь лежит. Лежат вот такие вот штучки. Я не знаю, как что называется, поэтому не обессудьте. Вот, буду как могу, так и буду называть. Вот. Итак, что мы здесь имеем? Ну, какую-то наклеечку положили в подарок. Таких вот котиков. Переснимачка на руку. Далее. Вот такая вот инструкция. Грубо говоря, вот это вот картридж. Он вставляется, вот эту штуку подключается, нагревается, потом проводится вот этим воском по волосам, приклеивается вот такая вот бумажка и отдирается. Ну, давайте поближе все посмотрим. То есть логика понятна. То есть те люди, которые этим пользуются, они знают, для чего это, что. Вот. Ну, а мы посмотрим. Я распаковывать вот этот картридж не буду. Вот. Ну, марлевые такие. Даже не марлевые, я не знаю, как назвать этот материал. В общем, такая вот бумага. Их здесь не знаю сколько, то есть надо посмотреть в лоте. Ну, на первое время там, думаю, должно хватить. Вот. И смотрим на саму эту штуку. Вот так она работает. Открываем. Вставляем в нее картридж. Картридж я не плотно буду, потому что здесь пленка, не буду его плотно вставлять. Ну, в общем, он вставляется и в этой штуке нагревается. Когда он нагревается, гедимоза написано, когда он нагревается, можно его использовать, водить по воде, ой, по ноге. Ну, или там в области, куда, где хотите сорвать волосы. Итак, смотрим. Item Wax Header, модель CWH003, вольтаж 220-240, 50-60 Гц, Power 40 Ватт. Вот, Made in China. Выглядит все симпатично. Включу на секунду, подключу к питанию, посмотрим, загорится ли лампочка. Загорелась лампочка. Все, далее тестировать его не буду. В общем, вот такая вот вещь. Если владелица скажет мне, как, что и где. Но я думаю, это стандартная вещь, которая у нас используется широко в центрах там депиляции. Но человек захотел себе во владение такую штуку. Вот, ну все отлично, это с AliExpress, ссылка будет в описании. До новых встреч и удачных покупок!